Дорогие друзья, уважаемые коллеги-партнеры, всем доброго дня, на связи Руслан Захаркин, вы находитесь на YouTube-канале Захаркин Крипта. В этом видео мы разберем с вами, где же можно сейчас торговать P2P, именно рублями, да, гражданам Российской Федерации, когда Binance окончательно разрывает и вообще жгет все мосты между собой и Российской Федерацией. На самом деле идиоты полные, потому что какой у нас огромный рынок, они лишаются огромных комиссий. Но да ладно. Перед тем, как мы начнем, я вам очень рекомендую, конечно же, взять мою книгу «Деньги из воздуха. Как заработать на мечту» и зарабатывать 14 способами. 13 основных и 14 дополнительный. Как с вложениями, так и без. Как в онлайне, так и в офлайне. Очень рекомендую. Ну что же, давайте читать новости. Гражданам и резидентам России закроют доступ к P2P торгам на Binance с 31 января 2024 года. На самом деле новость-то не новая. Если мы посмотрим, еще в декабре это было 23 года, и в марте 23 года нас предупреждали. С 27 сентября 2023 года я еще давал интервью для Москвы-24. Binance объявила о своем уходе, да, непосредственно с Российской Федерации. Комиэкс сейчас будет какой-то и так далее, и так далее. Тогда еще был тревожный звоночек. Потом уже в декабре то, что ребята, все, лучше бабки выводите, мы будем вам блокировать счета. Я лично на Binance практически ничего уже не держу, и уж тем более рубли. Поэтому я вам очень рекомендую, знаете, что сделать? Все свои средства перевести, вот как здесь рекомендуют, в USDT, а потом просто вывести с этой биржи на свои собственные кошельки. Холодные, аппаратные, там, допустим, горячие, еще какие-то там, свои собственные приложения. Самое главное, чтобы доступ был только у вас. Безопасность активов – это ваш приоритет и ваша задача. Окей, даже на бирже Binance уже, смотрите, уведомления об услугах Binance P2P для пользователей из Российской Федерации. Вот здесь еще пишут, да, нас выбирают более 172 миллионов человек. Но знаете что, много миллионов уйдет, особенно граждан России, потом СНГ уйдет, поэтому Binance, конечно, очень глупо поступил. Конечно же, мы выведем, все выведем. Спасибо, что вы нас предупредили. Время, конечно, еще есть, но его очень мало, но тем не менее мы успеем. Но, блин, как же все-таки это глупо. Вот реально, зачем вы вмешиваете в крипту политику? Ведь крипта вообще создавалась как оплот такой шифропанковской истории, чтобы никто из государства не мог как-то регулировать эту тему. Ну, Binance прогнулась, что ж поделаешь. Окей, хорошо, что делать, раз так случилось? Потому что то, что случилось, то случилось, надо жить дальше. Конечно же, я рекомендую вот что делать. Я рекомендую заходить на биржу BingX. Давайте мы сейчас зайдем на эту биржу. Для чего? Для того, чтобы вы имели альтернативу. Потому что, о, смотрите, даже Челси уже партнер непосредственно биржи BingX, это круто. У меня многие спрашивают, дорогой друг, а как здесь найти P2P? Давайте посмотрим. В первую очередь регистрация на бирже, промокод здесь, по ссылке в описании, конечно же, в закрепленном сообщении, там же ссылка, спокойно заходим, нажимаем «Купить крипту». Вот видите, да, здесь горизонтальное меню, слева мы нажимаем «Купить крипту», P2P, десятки мерчантов с отличными ценами. Ну что ж, давайте посмотрим, действительно ли это так. Напоминание о рисках, напоминание о том, что нужно всегда быть внимательным, это понятное дело. Либо вот две кнопки, да, «Купить USDT». Или продать USDT. Оп, ну, например, нам нужно купить. Мы смотрим курс, который актуален здесь и сейчас. Сколько у нас мерчантов. Может быть, не так много, как в свое время там на Binance, еще на каких-то биржах. Но, тем не менее, биржа BingX, она подловила всю эту историю. И сейчас нам дается такая вот интересная тема с точки зрения как раз давать нам возможность покупать и продавать криптовалюту удобным для нас способом непосредственно на бирже BingX. Итак, смотрим, что у нас есть. Ну, например, окей, давайте мы посмотрим продать. Вот нам нужно продать, допустим, USDT. Мы выбираем здесь валюту. Конечно же, это российский рубль. Вот здесь выбирается валюта. Российский рубль. Окей, дальше что? Мы вводим-то, например, стоимость, да, поиск смотрим. Ой, не туда зашел, окей, все методы, и можем обновить, то есть, да, обновить эту историю, каждые 10 секунд можно обновлять, ну, кто как. Банковский перевод, там, допустим, Сбер, Альфа, Райфайзен, и так далее, очень много там. Local Card, Yellow, да, Advocash, Payr, Росбанк, все, что здесь есть, вот, пожалуйста, да, Тинькофф даже есть, вот, например, Сбербанк. Мы хотим продать, вот, допустим, да, цена доступна, такой-то лимит, и мы смотрим, да. Продать USDT, продать, если нас устраивает как раз, да, курс, и можем продать USDT. Но всегда смотрите лимиты, доступно сколько, да, ну и, конечно же, мы смотрим лимит, сколько они готовы, да, заплатить нам в рублях,
непосредственно за тот объем USDT, который у нас есть. А цена вот здесь, наверху самые выгодные курсы, ну и дальше, конечно, уже вниз пошло, да, можно смотреть 2, 3, 4 и так далее. Также, конечно же, нам нужно смотреть рейтинг, да, продавца, вот, например, да, разные продавцы, сколько сделок за крайние 30 дней, вот 3665 сделок у кого-то 750, чем больше сделок, тем, конечно же, лучше, тем безопаснее, тем провереннее мерчант, но если что, конечно же, площадка BingX как третейский судья, всегда нужно все правила соблюдать, это очень важно. Если мы хотим, например, купить, да, USDT, вот мы смотрим, да, какая цена покупки USDT. Здесь наоборот, от самой минимальной идет и дальше наверх, да, покупка. Ну, например, мы хотим купить USDT, вот нас устраивает эта цена, доступна столько-то, лимит такой-то, да, от 2500 рублей до 20 тысяч рублей. Ну, например, да, метод какой, Сбербанк мы выбрали, значит, Сбербанк. Можем посмотреть Тинькофф, может быть, есть Тинькофф. Вот, пожалуйста, есть Тинькофф. Так, 91 499, так, а если Сбербанк? 91 800. О, смотрите, видите, Тинькофф даже немножко повыгоднее, поэтому нужно еще по картам смотреть, где выгоднее. Дальше мы, конечно же, нажимаем на купить, да, USDT. Здесь нам нужно вот все здесь прочитать. Смотрите, условия: принимая оплату на карту Тинькофф доверенного лица такого-то, такого-то, при переводе с третьих лиц обязательно комментарии, зачем это, да, Тинькофф. Ну вот, получатель, например, да, оплатить такую-то сумму, получить столько-то USDT. Ну, например, 2000, да, мы отправляем, получаем столько USDT. Или, например, 5000 рублей. Оп-оп-оп. Оплатить 5000 рублей. А, максимум, видите, здесь 3000, окей. То есть всегда нужно смотреть минимум, максимум. И получаем столько-то USDT. Дальше нажимаем купить USDT с нулевой комиссией. Ну и, собственно говоря, двигаемся. Я не буду создавать эту сделку, чтобы не портить себе эту историю. Ну, здесь нужно нажать вот буквально сюда, купить USDT, а то потом скажут, что я вот это открываю сделки, закрываю и ничего не делаю. Это купить. Продать то же самое. Ну, например, да, смотрите. Мы смотрим, вот кто-то хочет, например, купить, да, USDT, а я хочу продать. Вот за такую сумму. Ну, окей, давайте посмотрим. То есть здесь доступно столько-то, лимит вот такой-то. Давайте мы с вами продадим. Вот у меня доступно только 10 USDT сейчас. Ну, например, 10, да, но минимум, видите, на 5000. Но если бы, допустим, было бы 5000, ну, например, на 100 баксов я бы продал, получил бы столько, 9110 рублей. Недостаточно средств на счете, но я уже объяснил, что у меня баланс просто, да. И здесь нужно вот нажать на продать USDT с комиссией. И все. Быстрая и честная сделка. Вот такие вот условия. Всегда нужно уметь пользоваться, дорогие друзья. P2P — это реально очень крутая история. Очень крутая история. Один из самых простых способов купить и продать криптовалюту, если вы новичок. Вот. И когда мы, в принципе, нажимаем на купить крипту, у нас есть банковский депозит, промо, да. Вот, P2P, ну и, разумеется, быстрая покупка. Может быть, в дальнейшем я еще покажу, что это такое, да. Как вообще можно этим пользоваться. О, валюту можно выбрать. Так, интересно, рубли-то есть? Мы вот так вот смотрим. Оп, евро. А, нет. Видите, здесь уже такая валютная карта. Ну, пока что, да. Опять-таки, пока что. P2P, да, купить крипту, самый простой способ. Ну и, конечно же, быстрая покупка. Это непосредственно некая такая, знаете, конвертация. Здесь можно выбрать валюту. Именно валюту. Так, что у меня с русским языком-то работает? Вот, например, рубль. Опачки, интересно, работает, кстати, или нет? О, прикольно. Ограничено по времени субсидия. О, замечательно. Так, оплатить. Ну, допустим, мы... А, смотрите, доступно от 500 рублей, от 500 до 660 920 рублей 64 копеек. Мы, допустим, хотим на 100 тысяч что-то приобрести. На 100 тысяч. Так, и мы получим вот такое вот количество USDT на сегодняшний день и час. Дальше нажимаем купить, ну и система нам подскажет, как с помощью карты как раз все это оплатить. Ну а так, P2P — это просто идеальная история, поэтому я рекомендую, конечно же, вам озаботиться тем, где вы будете торговать. Ссылочка на регистрацию на бирже BingX, конечно же, в описании под этим видео в закрепленном сообщении. Каждый из вас может начать здесь путь и в 2024 году сделать большую команду. И в 2025 году на реальной бычке здесь зарабатывать очень хорошие деньги. Напоминаю вам о том, что Proof of Reserve, подтверждение доли владения, значит, более 125% практически по каждому пункту. Биржа подтвердила по дереву Меркла свои ресурсы, свои запасы, в случае чего. Биржа работает с 2018 года, вот как раз история сингапурская. Очень круто, скидки на торговые комиссии, постоянные конкурсы, ваучеры, бонусы. Я среди своих как раз трейдеров разыгрываю очень интересные подарочные боксы. Более того, уже идут хорошие отзывы, да, я людям отправляю на Дальний Восток, в Сибирь, там, да, в среднюю полосу России. Поэтому welcome. Даже Челси уже стал партнером биржи BingX, и английская премьер-лига там
десятки миллионов фанатов Челси, сотни миллионов фанатов английского футбола будут смотреть и будут видеть вот на левом как раз рукаве вот это вот Bing X и на всех ресурсах, на всех ссылках. Но это круто, это реально круто, поэтому учитесь торговать, учитесь быть в тренде и вступайте в команду Криптоапостола. Если вам понравилось это видео, большая просьба подписаться на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, подписаться на все мои социальные сети, социальные ресурсы, мой Telegram-канал, ссылки будут в описании под этим видео в закрепленном сообщении. Конечно же, рекомендуйте это видео, особенно тем людям, которые вот новички, только-только пришли в крипту, либо только пришли на биржу BingX и еще не знают, где искать P2P элементарно. Вот, пожалуйста, хорошая инструкция, лучшая инструкция на русском языке. Добра и тепла! На связи был криптоинвестор Руслан Захаркин. Как говорится, это не реклама, это чистый респект. Барбершоп Бетон, биржа BingX, Челси, пицца. Отдыхаем. Смотрите, какой был сейв. Это было круто. Играем за Челси. Спонсор — криптовалютная биржа BingX. Качаем, качаем. Первая победа. Йоу! Топовая история. Поздравим от YouTube-канала Захаркин Крипта. Конечно же, от криптовалютной биржи BingX с новым 2024 годом. Желаем моим подписчикам бычки и моим коллегам по цеху. И, конечно же, хороших доходов. Стройте сеть на BingX. Скоро подарочки дойдут до своих адресатов.